4 июня – День эстонского флага. Папа, куда мы едем? Сынок, мы едем на экскурсию. А куда? О, смотри, эстонский флаг. Сегодня мы отмечаем День эстонского флага. В этот день, в 1884 году, в первый раз эстонские студенты подняли в Оттопе синий-черно-белый флаг. И с этого момента синий, черный, белый – это наши национальные цвета. А в 1922 году эти цвета стали нашим государственным флагом. А вот здесь площадь имени Кристофа Бермана. Берман был тем самым студентом из эстонского студенческого общества, который держал флаг. А потом он работал здесь, в Ярвапетре, приходским учителем. Смотри, Ясь, здесь написано, что синий значит преданность, черный – целеустремленность, а белый – доброе сердце. Для людей это очень важные качества. А в каком смысле доброе сердце? Это значит, что ты всегда честен и не скрываешь ничего плохого. Мое сердце очень доброе.